Приветствую всех, Одесса. Мы с вами в центре города, возле оперного театра. Здесь, как всегда, красота неописуемая. Людей мало, лето уже закончилось, а с летом закончились и туристы. Сейчас так единицы гуляют по центру города. Удивительно, но фонтан еще возле оперного работает. Хотя еще, наверное, неделю назад заявляли о том, что фонтаны уже будут потихонечку закрываться в Одессе. Переходить, так сказать, на зимний режим. Аркадий уже фонтаны повыключала и поспускала. Там уже фонтаны не работают. А возле оперного пока что фонтаны включены. Уже такие листья, смотрите, осенние. Сейчас буквально пару недель, и деревья уже будут полностью без листьев.